Всем ку, с вами Клерк. В общем-то, хотелось бы рассказать о прошедшей неделе. В общем-то, сразу хотелось бы поблагодарить моего друга, который очень сильно помог мне с моделями. В частности, он сделал мне 29, по-моему, моделей для низкополигонального клиента, то есть опциональное при старте для слабых компьютеров будет сделано специальные низкополигональные модели для того, чтобы в общем-то, люди на слабых компьютерах тоже могли играть. Ну, далеко не все компьютеры потянут уже. Вот. Я сделал, естественно, несколько текстурпаков, то есть Hello, Hi, Middle, для OBG. Но, опять же, не все компьютеры смогут их потянуть. Поэтому вот я покажу вам специально техновские модели, ну, вернее, тулбоксовские, которые будут на замену для совсем слабых компьютеров. Ну или для тех, кто просто такой стиль любит больше. Это позволит охватить намного большую территорию, вернее, намного больше аудиторию, потому что далеко не всем нравятся OBG модели, да тем более еще в Майнкрафте. Ну, вот. Значит, это HKM должен быть, да. Вот, например, Asphalt. Видимо, без текстурок, что ж, жаль. Так. Скараж. Ну и что еще можно показать? Не знаю. По 90, например. В общем-то, все модели я показывать не буду. Позже, когда они будут в игре, я сразу покажу весь рендер с руками, без, как оно все будет смотреться. Потом, что еще хотел бы сказать. За неделю был запилен такой себе небольшой шаблончик для сайта. Как вы заметили, написано на DLL. Так. Ну, в общем-то, вот, запарился по поводу сайта, я не особо хотел, поэтому это просто измененная копия стандартного шаблона. Вот. Думаю, скоро придется делать лаунчер. Все это на локалке будет теститься, и потом, если это заработает, будет очень хорошо. И проблема останется только в деньгах для старта проекта. Вот.